бізде алда 5 кездесу бар. Бұл мейн карт осы турнирдің. Бұған дейін біз іріктеу бәсекелерін көрген болатынбыз. 7 кездесуде алда 5 кездесу. Және бұл сәтті ашып беретін бізде Самир Ахмедов пен Таксим Забитов арасындағы 70 келі салмақ дәрежесіндегі спортшылар. Өздеріңіз білесіздер, Таксим Забитов ел намысын ММА, кәсіпқой ММА-да өте сәтті қорғап жүрген жігіттердің бірі. Арлан ММА Pro Team командасының өкілі. Ал оның қарсыласы Самир Ахмедов, екеуі де алматылық. Жастар көріп отырғандарыңыздай 23 және 24 Алмас қырандары клубының өкілі Самир Ахмедов. Ол да өздеріңіз білетін елімізге танымал ММА клубтарының бірі. Және бұл екі мықты арасындағы бәсеке басталды. Әрине, қазір аты жөндеріне қарап, біз Таксим Забитовты бұл күресте фаворит деп тануы мүмкін. Бірақ олай болмауы ғажап емес. Солай емес болжас. Да, Самир вообще выступал в 76 предыдущем гран-при, а Таксим 65. И вот они сейчас на 70 встретились. Біреуі бес келі түсірді, біреуі бес келі көтерді. Да, Самир побольше, мне кажется. Так, оба являются бойцами ММА, у обоих база вольная борьба. Вот хорошо забрал все-таки ногу Самир. Забитов держит. Вторая рука, да, вторая рука свободна. Он одной рукой только держит гильотину. Ничего не выйдет, ноги не в удобном положении. Я брею кадр мойнду, брак. Да, он из-за того, что вот не отпускает этот, даже пропустил позицию, пропустил гард. Я клемнің сыртына шығып кетті, сондықтан қазір төреші екі спортшыны ортаға қайтарып, тура сол позицияға орналастырады, ары қарай күрес жалғасын таппақ. Да, два. Самир Ахмедовке екі ұпай. За бросок. Также он сейчас оказывается в боковом удержании. Если 3 секунды додержит, ему еще дадут 3 балла. Потому что он прошел гард. А, или первые 2 минуты не засчитывают, да. Первые 2 минуты не засчитывают. Ничего, кроме тейкдаунов. И штрафных очков. Так, Забитов смог восстановить халфгард, половинчатый гард. Получается, не полный гард, а наполовину. Одну ногу. Ну, оба спортсмена являются базовые вольники. Им обоим удобнее работать сверху, чем снизу. Поэтому, я думал, здесь будет принципиальная борьба за тейкдаун. Екеуі де таза грэплер емес деп отырсыз ғой. Таза күрес тәсілін меңгерген, сондықтан күрес... Әрине, бұл грэплинг деген күрестің түрлерінің жиынтығы десек болады. Да. Бұл жерде ауырту тәсілінде, болмаса жамбасқа лақтыруға, әйтеуір күресте қандай дзюдо, еркін күрес, грек-рим күресі, басқа да самбо секілді барлық спорттың ережелері осы бір грэплингке жиналған. Да, правило позволяет делать любые броски, в принципе, из любого вида спорта. Осымен қызық, қазір есеп 2-0, жаңа тейкдаун үшін алған 2 ұпай. Таксим Забитов қазір астында жұмыс жасауға тырысуда, қарсыласын бір аяғын байлаған еді, бірақ көріп отырғандарыңыздай Ахмедов оны алып, тағы да сол гард айналып өтіп, кезек тұп айналғысы келген. Забитов ондайға мүмкіндік берген жоқ. Қапталдан қазір бақылауға алуға тырысуда, бірақ ешқандай мүмкіндік берер емес. Екеуі де мықты. Бір-бірлерінің қимылдарын қалт жібермей. Әзірге осындай жағдайда күресіп жатыр. 2 минут 45 секунд уақыт бар. Бұл жеткілікті. Забитовке қандай да бір тәсіл жасау үшін. Және мен байқап отқандай, бұл жігіттерде сол ауырту тәсілдеріне қатты ойламайтын секілді, аяққа жүгіріп, мысалға таза грэплер болса, ендігі түрлі жолдарды қарастырушы еді ғой. Да, да, да. Все-таки основная часть их, наверное, подготовки проходит именно позиционная борьба, выйти на нужную позицию, добивание оказывать, не проиграть позицию. А вот чистые грэплерки, они оттачивают именно
Болевые приемы. Досрочно. Вот сейчас я ожидаю принципиальное противостояние. Забит, если хочет отыграть свои баллы, ему здесь надо забирать баллы в стойке. Это их стихия. Плотный проход ноги, в две ноги. Таз был хорошо приближен. Забит опять взялся за гильотину. Из-за нее второй раз поплатился, можно сказать. Вот как мы говорили до этого схватки, есть некоторые выход на некоторые болевые приемы, которые наоборот могут тебе лучше их отпустить, чем передержать. Таксим төрт ұпай қалып келе жатыр, тағы да астында позициясы. Бұл грэпплер, тағы да қайтып айтамыз, бұл жігіттер базасы грэпплинг емес, бұл жігіттер кәдімгі еркін күрестен келген. Сондықтан астында жатып бір нәрсе жасау таксимнің қолынан келуі екі талай. Вот Самир сначала распластал его на обе лопатки, положил, чуть-чуть ущемив его в движениях, а потом смог пройти в маунт. Пропустить, сел в маунт, получил дополнительные баллы. Осталось 50 секунд, разрыв в счете 7-0, конечно, я думаю, победитель определился. Если только мы не увидим взрыв, что-то быстро болевое. Вот он. Аяккатарда, булочну паяламу? Нет. Опять. Он охотится за этой гильотиной сильно. Может, это его домашняя заготовка? Без ног ее тяжело будет сделать. Горение. Ахмедов тоғыздан ноль, Забитов таксим бұл кездесуде жеңіліске ұшырады, өйткені соңғы секундтар өтуде. Осылайша Самир Ахмедов алмас қырандары клубының өкілі жеңіске жетіп рейтингтік ұпайларына ие болды. Қазір біз осы кездесудің қызықты сәттерін көретін боламыз, одан кейін әріптесіміз Андрей Неклюда Самир Ахмедовтан осы бір кездесу туралы брейк ауыз пікір алатын болады. Пікірін білетін болады. Меніңше Самир Ахмедов үшін бір жақты кездесу болды. Өйткені Забитов, таксим Забитов бұл мойынға құлқындыруды ойластырған, одан еш нәрсе шыққан жоқ. Ал мұны Самир өте жақсы пайдаланды. Қанша дейсіз? Аяққа, екі аяққа қатарынан өтеді. Міне, мына әзіргідей. Здесь он доведет до конца прием все-таки. Таксим, Но таксим, как вы видели, сам прыгнул в конце. Мойынды секіріп барып, оңтайлап алып, арғы қылқындыруды. Почти невозможно сделать этот болевой, именно гильотину, если у тебя ноги полностью сбоку тебя, да, если ты в сайд-контроле. Ты ногами должен оббивать соперника, хотя бы одной ногой контролировать его туловище. Самир, поздравляю с победой. Ты уже у нас практически на всех турнирах выступал. Расскажи, как схватка сложилась это? Схватка была тяжелая, соперник был хорошим. В дальнейшем желаю ему удачи. Одна из самых тяжелых садок была для меня. Ты буквально недавно по ММА выступал? Да, в чемпионате. Восстановился, не думаю, что полностью восстановился. Еще можно было чуть подохнуть, остановиться. А так в хорошем форме сейчас, думаю. Ты на коротком мгновении там выходил? По моям, да. Да. Коротко. Как прошел там был? Первый раунд я проиграл в партере. Второй раунд я его поймал в распятие и рассечкой выиграл. Ты у нас боролся в 76 гран-при, принимал участие. Почему решил спуститься вниз? Спуститься? У меня недовес был, в первую очередь. Я вес 74 килограмма, когда боролся в 76, недовес был. И подумал согнать, на 70 бороться. Ну как себя в этом весе? Комфортно. Хорошо, что. В следующем гран-при будет? Иншаллах, да, буду. Все, поздравляю. Спасибо.
Ахмедовтың женгісі бұл 70 келі салмақ тәржесіндегі рейтингтік сын болатын. Ал ары қарай бізді енді өте танымал жігіттерінің бәсекесі күтеді. Бұл вторая схватка, весовая категория. Нұрсұлтан қаласының өкілі Жасұлан Акимжан. Жасұлан Акимжан Нұрсұлтан. Эфси лигасында Хабиб Нурмагомедовтың жауынгерлік лигасында өнер көрсететін танымал жігіт Жасұлан Акимжан. Оның қарсыласы ақтаулық Серікбай Қожабаев, 76 келі салмақ дәрежесі. Серікбай жақында ғана Фанил Рафиковпен NFC-де чемпиондық белбеуді сарапқа салып, бірақ Қожабаев сол кездесуде ұтылып қалған болатын. NFC лигасының өкілі, ал қарсыласы Жасұлан Акимжан, Eagle FC, AFC лигасының өкілі, екеуі де MMA жауынгерлері, кәдімгі анық, айқын MMA-да өнер көрсететін спортшылар. Бұл грэпплинг әрине екі спортшыға да өте маңызды, қажет, әсіресе Жасұланға, өйткені Eagle FC-де Жасұлан көбіне сол дағыстандық спортшылармен көп жолығады. Және дағыстандықтарға қарсы қазақ спортшыларының әлсіз түсіп жатқан сәті болса, ол тек қана осы күрес. Өйткені аяқта тұрып төбелесте қазақ жігіттері ешкімге дес бермейді. Тек сол күрес жағын меңгеру керек. Жасұланға бұл турнир өте маңызды. Қараңыздар, қазір Ходжабаевтың қарсыласының аяғын іліп алып тастаған сәті, бірақ бұл үшін ұпай берілген жоқ. Да, потому что не было достаточно по времени контроля, трехсекундного удержания сверху, что очень важно. Вот именно этот навык отточить, удержать, бросить, а потом удержать сразу, тоже очень важный навык, особенно вот в ММА. Потому что ты можешь потратить очень много сил, бросив соперника, но если он сразу встанет, ты не нанес ему урон. Не, на линии. Очень хороший был динамичный бросок. Он сначала отвлек его за руку, получается, взял зацеп рукой, потянул на себя. Когда он чуть-чуть с баланса выбил, взял вторую ногу и по часовой стрелке своим плечом додавил его и посадил. Вот опять он пошел за тем же приемом. Рука, получается, обманное движение рукой, тянул на себя. Вот Ахжеслан пошел в контратаку. Смотрите, как он, вот он по часовой стрелке бежал, закрутился и довернул своего. Оппонент оставался на одном месте, а забегал вокруг него Акимжан. И вот за счет забегания и отключения одной ноги он довел прием. Очень хороший тейкдаун такой, технический, красивый. Я это жақсы. Шырайнал пар қарсыласты айналдырып, тепе-теңдігін жоғалтып пар үстіне шығып алған болатын. Және 3 секунд ұстау болды. Екі ұпай Акимжанның пайдасында. Серікбайдың қолынан тура осындай жаңа келмеген еді. Акимжан оны жасады. Вот, как говорит Дэниел Кармье, бывший чемпион UFC, комментатор UFC, хороший, признак хорошего тейкдауна – это где ты взял своего оппонента, на то место он и лег. Ты его бросил на то же место. Айналдырып алып кеп тура сол жерге құлату керек па? Получается, он сам забегал, а оппонент в то же место лег. Он угол срезал, получается. Акимжанға бұл жолы ұпай берілген жоқ. Сіздер қараңыздар, қандай динамикалық. Как хорошо он проходит, как хорошо. Он вот сам попадает. Нет, вышел, но опасно. Он интересно обошел гард, придавил ноги оппонента к мату, не дал им, то есть обездвижил, и начал забегать сам. И почти прошел так гард, но Ходжабаев тоже хорошо восстановил. Даже предпринял свою контратаку. Да, динамичная схватка. Я это казахта. Трупал жок Ходжабаев-то. Вот его трогандарнуздай. Астында жатса да. Он түрлі тәсілдер жасап қазір. Аяқпен жұмысты өте жақсы жүргізуде. Вот очень приятно видеть, что наши спортсмены ММА начали работать в грэпплинге. Вот тоже Ходжабаев, он не лежит на прямой спине, где меньше движения, где меньше мобильности. Он повернулся чуть на бок и атакует уже через халфгард. Получается, лег на бок, ноги атакуют. Видно, что им более, все более и более комфортно бороться в партере.
Вот опять этот же прием, через руку забрать ногу. Но уже чувствует это Акимжан, уже они друг друга прочитали, уже понимают скорость друг друга, уже могут вести тактическую игру. Енді қалғаны 1 минут 40 секундта аңыз бағатын болады. Әрине 2-де 0 басымдыға Акимжанның еш нәрсені білдірмейді. Өйткені Қожабаев әрбір сәтте алға шығып кететін мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жолы қараңыздар Акимжан тағы да бір әдемі тәсілмен өзі құлап бара жатып, қарсыласын ары қарай аяғымен ұзыннан түсіргісі келген. Бірақ бұл тәсіл жұмыс жасаған жоқ. Есе де ол қарсылас іліп барып құлаған болатын, сондықтан опай верніда. Вот смотрите, вот какой хороший свип. Или он вышел из позиции. Вот о чем я говорил. Он не лежит на прямой спине и не ждет. Вот как мы видели во многих схватках. Он лежит на боку и продолжает пытаться найти свой преимущественный угол, преимущественную позицию. Ну, Ходжабаев қазір таблоға қарап қойет. Уақытты санауда. Әрине, 2 ұпай деген түк емес. Сондықтан 2 жігіт қараңыздар 5 минут бойы тура бір сарында өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасау екеуіне де өте жақсы пайда. Да, да. Очень приятно видеть, что оба выросли в борьбе. Міне, қазір тейкдаун. Хороший тейкдаун, но не без контроля. Смог восстановиться. Не будет баллов. Но время оттянул. Это такой был очень силовой тейкдаун, потому что позиция головы была посередине тела, очень неудобно. Но он его довел до конца именно за счет вот того, что толкал, продолжал наседать, толкать. Байқап отырсың, Ходжабаев аяққа бірде бір рет кірген жоқ. Таза, сол әдіспен ұтқысы келетін секілді. Жоқ, болды. Кездесу аяқталды. Жасұлан Акимжан 2-0 есебімен бұл өте тартысты жекпе-жектің жеңімпазы атанып отыр. Жақсы кездесу болды. Екеуі де жақсы таниды бір-бірлерін. Қазір ойын болған секілді екеуі үшін, да, кім мықты, да, деген секілді. Красота вот грэплинга любого вида борьбы в том, что ты играючи, да, не нанося непоправимый урон сопернику, да, но в то же время выкладываешься полностью физически, морально. Но в то же время это все игра. Спорт он бережет ойын. Одан кейін барып қана. Вот смотрите, как интересно. Он за счет руки вывел, вот посадил чуть-чуть влево своего соперника и в ту же продолжил атаку вот с этого угла, справа налево. Один раз это у него получилось. Да, вот он где его взял, там и это. Это признак хорошего тегда, хорошей техники. Потому что ты режешь угол по отношению к сопернику, а соперник под тем же углом остается. И получается, ты получаешь преимущественную позицию. Вот этот тейкдаун был очень тяжелый, потому что, посмотрите, у него голова была посередине центра оппонента. И он его додавил. Именно додавил. По спине? И, ну, при помощи ног, он как вот, как самосвал на него пошел. Как бульдозер. Жасланның өткен кездесу туралы пікірін білейік. Арғарай. Жасулан, поздравляю, хорошую схватку показал. Расскажи, пожалуйста, как сложилось, тем более вы с соперником друг друга неплохо знаете, насколько я в курсе. Ассаламу алейкум. Енді қатты отқан жоқпын. Екі бал айрылмашылығымен. Я Серікбай мен досым болып келеді. Екеуміз күресіп көрейік деп. Бүгін мен жолым болып кетті. А так постоянно бірге тренировкада да күресіп былай жүрміз. Өте мықты бала. Бүгін енді это равный схватка деп ойлаймын. Очко бойынша мен бір очком арқасында ұтып кеттім. Особо ештеңе жоқ. Тебя хорошо знают как ударника. Расскажи, пожалуйста, развей немножко миф о своей базе. Расскажи, как кто ты по базе. По базе мен вольникпын. С детства начинал вольной борьбы. Потом рукопашка, бокс, слой аустын, кішкене. Сосын барып, мұмайға аустын. Вот так.
Ты, получается, включаешься снова в гонку за пояс. Расскажи, с кем-то хотел, может быть, принципиально побороться или неважно, какой соперник будет? Здесь бороться? Да не знаю, кто захочет. Поборемся, это борьба. Ничего плохого нету здесь. Отылсан да. Бұл жай ғана күрес, бұл жерден ештеңе шешілмейді. Сол үшін кез келген адаммен күресе беремін. Солай. Поздравляю еще раз с победой. Весовая категория 76 килограмм. И в красный угол приглашаю Алик Абдулла Нурсултан. Нурсултан Алик Абдулла, бұл жігітте GFC и AFC лигасының жауынгері. Его соперник в синем углу Камал Искендиров, Алматы. Камал Искендиров, алматылық. 76 келі салмақ дәрежесі. Алик Абдулла является одноклубником Жаслона Акинзяна. Екеуі де сол бір клубтың өкілдері. Тобет топ тим қателеспесем. Да. Али решил занизить стойку. Али қазір сол грэплингтен хабардар екендігін көрсетуде. В прошлый раз мы когда видели его борьбу, он отдавал ногу. У него были заготовочки. Сейчас он, видимо, знает, что борется с бросковым парнем и занизил стойку. Угу. Крес, еркін крес шебері. Қарсыласы Камал Искендиров. Көрек, бұл жерде не шығатынын. Әлі қазір мойынды. Пошел первый захват. Камал бой аласа болғанмен, денесі қалыңдау. Ал Али Қабдулла керісінше бойшаң және сәлде болса жіңішкелеу қарсыласына қарады. Маленьких сбитых таких крепких сложенных парней тяжелее бросить. Yeah, лақтыру вот өте қиын. Вспомните Артем Резников или там, да? Иә. Ыңғайсыз ұстауға келмейді. Бойызын жігіттерге әсіресе ыңғайсыздау болады. Сондықтан центр тяжести низкий. Под него заходить надо. Екеуіне де бір-бір ескерту. Белсенді күрес жүргізбегендер үшін екеуіне қараңдар. 40 секундтай уақыт. Ну вот я вижу у Али Габдуллы захваты именно вот такие больше, ну не борцовские, у него база не борьба. Надо будет уточнить. Вот пытается наказать за далекий проход в ноги. Он отскочил, загрузил голову, пытался забрать спину. Искендиров теперь пытается обойти гард. О, хорошо закинул ногу вместе с рукой, отключил руку поверх плеча. Получается, он может выйти на несколько болевых. Оппонент да застрял. Вот Али надо свое тело прижать, да, вот где именно кисть застряла оппонента, не отдавать. Не, если освободит кисть, оппонент выйдет. Ему надо своим телом прижаться. Да, ушла кисть. Здесь уже оппонент, скорее всего. Можно его стряхнуть, заставить повиснуть на своей руке, но это опасно. Да, и вытащить. Вот. Я вот когда ты берешь захват, начинается схватка. Если вот вам объяснять с точки зрения, вот параллели провести с ударами. Вот твой захват, это вот твоя первая атака, на которую ты чувствуешь оппонента. Угу. Его силу физическую, как он реагирует, клюет ли он на твои уловки или нет. Вот сейчас Али, вот как в прошлый раз, отдает одну ногу. Вот смотрите, он ее демонстративно, одну ногу выставляет вперед. Искендиров, конечно, очень борется как-то. Как сказать, да, он не атакует. Біз күткенде емес. Әдетте бұндай бойлар аласа, тапалдау келген жігіттер көбіне аяққа кіргенге ыңғайлы ғой мысалы. Али Қабдулланың сирақтары ұзын.
Вот смотрите, Али Абдулла взял захват просто, чтобы взять его, понимаете? Не борцовский захват, больше на тайский клинч похоже. Захват без бесконечной цели. Он просто положил, чувствует. Классика борьбы — это когда ты в выгодной позиции, когда у тебя руки, твой захват изнутри, а его снаружи. Хотя бы один захват. Вот сейчас он тоже вот держит вроде, а второе, ну, снугол салбраптур. Не. Максат Джох. Ишхандай. А Искендиров что-то почему-то не, и не атакует, он вообще не борется. Может, он ждет финального взрыва, чтобы забрать и не дать отыграться, да. Может быть. Но сейчас мы наблюдаем, не знаю, я не видел ни одну атаку. Ну, он просто слишком высокий был андерхук. У Абдуллы Искендиров это прочитал. Взял, забрал спину, со спины бросил. Сейчас получит свои 2 балла. Уже получил. Я Джанасен Айтвуткандисол, сонг секунд, сонг минут тогда, кимул долга, крыскин секунд. И вот в партере откровенно все плохо. Один не проходит гард, другой особо не атакует. Взял гильотину, опять-таки, с ноги не, обход, не обвив вокруг соперника. Это, ну, как бы, 90% того, что не получится. Вот опять он взял тот же оверхук, то есть свою руку в подмышку сопернику сверху. Если снизу, это андерхук. Если... Вот. Секундар. Алидиенда яка вот кузбида. Сунтан мне баста шахивым даже саугрек. Алиди хойремес. Камалу можно было бы и рисковать побольше, пойти за своими атаками. Он секунд. Ларал подрмясь за саугрекин. Жак болды. Әлгергетін уақыттаған жоқ. Осылайша біз қараңыздар Камал Искендиров өзінде бар бір мүмкіндік. Соңғы мен басталар сәтті жасаған болатын. Екі ұпайы айырмашылық минималды басымдықпен жеңіске жетті. Және бұл да бір күрделі кездесу. Сонда іш пыстырарлық дейміз, өйткені бұл жерде көп тәсілдер болған жоқ. Біз партерде дұрыс жұмыстарды көрген жоқпыз. Дегенмен Камал өзінің базасы еркін күрес екенін көрсетті бір рет. Ну, даже если сравнить, вот, например, с схваткой Жаслона Акимжана и Серикбай Ходжибаева. Невысокий босс. Там босс того болта. Архасна уйдет. Кармда стоял ганжок. Команда, поздравляю. Хорошую схватку показал. Очень упорная, непростая. Расскажи, как сложилась для тебя она. Сложилось тяжело. Соперник хороший, Али. Очень хорошо смотрю его бои. Часто хороший пацан. Вчера вместе сидели, общались. Ну, проводили время все. Просто это схватка для интереса. Просто братская схватка. Ну, сегодня сильнее я оказался. Может, завтра он окажется сильнее. Ну, выиграл. Расскажи о себе, чем занимаешься, где тренируешься, выступал ли ты? Я выступаю по профессионалам. 4-1 у меня Шердак. Ну, в бойцовском клубе Алашпрайт числюсь, по идее. Ну, вот год не выступаю. Травмы были. Сейчас вот уже себя чувствую нормально. После Рамазана, иншаллах. Сделал пару боев тоже, да, это до конца года. Вот. Расскажи, дебют, в принципе, удачный, готов дальше бороться и за пояс побороться? Ну, можно было бы себя попробовать, почему бы нет. Хорошо было бы для себя же. А ты кто по базе? По базе вольники.
выступаю по вольной борьбе. Ну, давно. Вот, ну, хожу на борьбу по либо это классе с Юриду. Вот. Либо тренируюсь по вольной борьбе. И там на ММА хожу. Арлан и ММА про хожу. Там, там готовлюсь. Вот скоро, иншаллах, буду готов. Еще раз поздравляю. Удачи тебе, Камал. Дархан Бакенов, Расул Хатаев. У нас продолжается главный карт, четвертая схватка. Да, очень интересная схватка будет, и тяжеловесы, уже известный Алматы. Участник Arlan Grip Pro Дархан Бакенов против Расула Хатаева. И кстати, Расул Хатаев стал чемпионом Республики Казахстан по грэпплингу АИГА. Я жақында ғана аяқталған Казахстан чемпионатында топ жарған. Расул Хатаев, Алта Дархан Бакенов, біз дәл қазір сәтте Arlan MMA Pro-Team командасының басшыларының бір ретінде жақсы танимыз. Ол, өздеріңіз білесіздер, MMA-де екі кездесу өткізіп, сол 2-0 рекордымен мансабын аяқтаған. Десе де, грэпплингте ол әлі де болса, күресіп жүр. У Дархана база вольная борьба. Не знаю, как у Хатаева, но на чемпионате РК он боролся со своими со стойки. Не уходил в партер первым. Поэтому я ожидаю, что здесь будет каждый будет стремиться взять тейкдаун. Көреміз, қазір қалай болатындығын. Дархан, қателеспесем, осы Arlan Grip Pro 90-ші гран-приінде финалда. Финал 1-7. Да, да. 91 плюс он был там. Боролся в финале с Поповым. Я Попов мен күресіп, бірақ Попов өздеріңіз білесіздер, ол сол еркін күреске жатып алған спортшы. Сол еркін күрестің арқасында Попов жеңіске жеткен болатын. Әзірге міне алғашқы минут аяқталып келе жатыр. Вот я наблюдал схватки Хатаева с на ЧРК. Вот он всех выдавливает. Вот когда вот идет борьба именно на толкание, да? Он достаточно такой физически мощный. Крупных ребят выталкивал, переталкивал. Вот у него такая борьба, тактика борьбы. Он вот так подталкивает соперника, постоянно прессингует. Шаршата, да, блин, не? Да, в тяжелом весе это вообще очень изнурительно. Әрине. Ол жігіттердің қимылдағанының өзіне күш кетеді. Плюс в тяжелом весе обычным уже можно... Кто откажется снизу, ему очень тяжело выйти. И схватка идет принципиально в стойке за позицию сверху. Ескерту. Екеуіне де екі жақты ескерту, өйткені белсенді күрес жоқ қос тарап. Бір-бірін итеріп жүргендер болмаса, айла тәсіл жасап болмаса, аяққа кіруде сондай бір ешнәрсе жасай алмады. Иә, бұл Дархан Бакенов үшін, әрине, Бакенов Қазақстан чемпионатына қатысқан жоқ. Хатаевты бұл кездесуде жеңсе, Бакенов өзінің өз салмақтағы ең мықты грэпплерлердің бірі екендігін анықтайды ғой. Это маңыздысы. Ну да, это будет очень весомая победа. Вот опять идет захват. Кто возьмет изнутри? Захват выгодный, да? Вот обратите внимание, вот эти все, это называется change levels, да? Перемена уровня. Он получается, например, второй этаж, первый этаж, второй этаж, первый этаж. Yeah. И каждый раз, когда так показывает, если человек реагирует, да, плохой борец, не совсем чуткий борец, он начинает сам задыхаться, тебя раскачивает. Yeah. Это вот как постоянно угрожает, как будто вот удар полетит. И вот он, когда вот второй этаж делает, если бы Дархан Бакенов реагировал, он бы еще больше тратил энергии. Yeah. Но он уверен в своем тайминге тоже и никак не реагирует на вот эти ложные выпады.
Есесіне жаңа Бакенов астыға кірем дегендей ижара білдірген кезде Хатаев кәдімгідей сілкініп қалды. Вот ударники обычно это называют раздергивает, раздергивает. И чем больше оппонент реагирует, тем он больше как бы паникует, тем больше, как минимум, он тратит энергию. Судя по тому, что Бакенов не реагирует на эти все ложные, он хорош в борьбе, чувствует борьбу. Потому что вот это вот, это определенное тоже, как сказать, язык тела. Ты должен понять, где ложный, а где будет действительно выпад. Так, ескертуден. Үшінші ескертуден аса, екеуінде жарыстан шеттеді ма? Я думаю, нет. Міне, қазір қапсырақ ұшақтап, кеуде мен лақтырмақшы болып көрген Бакенов. Ну все, я теперь предсказываю, что здесь все решит бросок. Вряд ли кто-то пойдет. Партер. Оба мощные ребята. Вот, вот то, что я говорю. Видите, да? Сильку карсла стал да. Да, да, раскачка. Они работают сейчас на двух дистанциях. Или близко, ближний бой, где Бакенов пытается обнять его корпус и дать подсечку, да, под ноги. Или в средней дистанции. С дальней никто не работает. С дальней только вот эти вот ложные. Мне кажется, вот. Так, да, Бакенов. Я сам шволган тасля, мне кажется, да? Вставай, вставай, вставай. Так, получается, накрылся Дархан. Получит свои 2 балла, да, Хатаев? Я Хатаев и Купай. Сонгл секунд тогда. Вахт, казыр Хатаев там пайдас на жұмысы сауда. Он преследовал, получается, своего движения, своего оппонента до конца, Хатаев. Тут, когда совершил ошибку, он дожал. Накрыл спину. Сейчас еще смог взять позицию контроль сбоку. Еще дополнительные 3 балла. Я болды. Уақыт аяқталды. Және біз Расул Хатаевтың жеңісін көрді. Бекерге Қазақстан чемпионы емес екен бірақ... Ну, достойная схватка. Дархан Бакенов та өзін әлсіз көрсеткен жоқ бұл жерде. Өте мықты. Соңына дейін шындап берген. Негізі тәсілді жасаймын деп бастаған Бакенов болатын. Өзі бастап, өзі аздап. Он извлек выгоду из ошибки соперника. И надо отдать ему должное. Бывает же вот такой человек подскользнется, а боец не идет добивать. А этот прочувствовал и пошел, накрыл, закрепился в нужной позиции. Қазір мені қызықты сәттері жаңағы мені қараңыздар қайтылап көрген кезде Бакенов сол денесімен бұрып қарсыласты лақтыр жіберемін деді. Бір сәтке босаңсып қалды, сол кезде Хатаев оған қарсы әдіс пайдаланып кетті. Контр довел его, да. Әдіс және айналдырып құлатып түсірді. Да, это все-таки прием. Қазір Хатаевтың сұхбатын тыңдап көрейік. Расул, поздравляю с победой. Ты у нас дебютировал, получается, на турнире. Расскажи, как схватка сложилась. Тяжелый вес, это всегда интересно, очень упорно. Как для тебя сложилась схватка? Спасибо. Тяжело сложилась схватка. Дархан довольно серьезный оппонент, чувствительный вольник, мы оба по базе вольники. Было очень тяжело добраться до него и поймать на ошибки. Сегодня был мой день. Вот. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ты у нас по любителям выступаешь, готовишься на чемпионат мира. Не так профессионально тебя знают любители профессионального именно ММА. Несколько слов о себе расскажи. Я Хатаев Расул. Из города Экибастуз, являюсь членом национальной сборной Казахстана по ММА среди любителей.
мастер спорта международного класса, призер мира. Вот. В каком году на мире выступал? В 2015 году. Расскажи, как выступал. Выступил довольно неплохо. Занял второе место. Где-то судьи помогли в финале оппоненту. А так, в общем, хорошо выступил. Сейчас дальше намереваюсь выступить еще раз. Забрать свое золото заслуженное. Вот. Так вот, в принципе. Ну и расскажи по грэпплингу, насколько часто борешься? Ты недавно, по-моему, выступал. Об этом в двух словах. По грэпплингу это мои вторые соревнования. Вот недавно был чемпионат Казахстана, который я тоже выиграл, кстати. Первый был мой турнир по грэпплингу. И вот второй понравилось. Будем еще принимать участие. Вот. Поздравляю, удачи тебе. Спасибо. Сегіз қырлы бір сырлы деп Эльтерестай. Иә. Эльтерест Нұржанов, өздеріңіз білетіндей, актер, елімізге танымал. Эльтерест Нұржанов, город Алматы. Жігіттердің бірі. Сондай-ақ өлең жазады, қателеспесем. Иә. Міне қазір осы екі жігіт арасындағы бәсекені көретін боламыз. Руслан Бизиевті біз Аига Гран-принен бұған дейінде өнер көрсетуін тамашылаған болатынбыз. Ал Эльтерест Нұржанов осы Қазақстан топ-тим командасын осы клубында жаттығады. Және Қазақстан чемпионатында екінші орын алды дедің ба? Да, отбор города он стал вторым и на чемпионате третьим. Вот как красиво он забрал спину, почти забрал. Нет, не смог, но очень хороший прием сделал, контр. На выпад в одну ногу он развернулся, вот как циркуль той ноги, которую взяли, и почти забрал спину. Вот сейчас он при помощи своей ноги сделал переворот, поменял позиции, был снизу, оказался сверху. Получается, изнутри зацепил ногу и начал ее поднимать, выпинывать. И тюрингде физика свою там мухтекендега корнтур. Я ожидаю, что Бизиев, скорее всего, именно бросковая борьба. А Эльтерест, наверное, будет себя лучше, комфортнее чувствовать в партере. По сравнению со своим оппонентом, да. Партерде қалып қоя берді ғой. Тұрғанда жоқ. Бизиев орнынан тұрған кезде. Ну и судя по динамике борьбы, то, что он смог его почти перевернуть. Не почти, а полностью сделал свип. Единственное, не зафиксировал. Бірақ ол алғашқы 2 минутта тек қана тейкдаунға ұпайлар берді. Нет, сейчас баллов нет, потому что Бизиев, когда сделал тейкдаун в одну ногу, Эльтерест смог контратаку провести, почти забрал спину, Бизиев вышел. Получается, оба не закрепили позицию, да, баллов нет. Соңын один жасай алған жоқ, да, но картинка схватки определилась. Картинка схватки, Бизиев будет ставку делать на тейкдауны, а Эльтерест на работу, именно чисто грэпплерскую работу. Вот сейчас... Пошли баллы. Пытается обойти гард Бизиев. Ну, конечно, не та позиция. Эльтерест защищается. Вот он защитился при помощи своего таза. Он его завысил и смог разворачивать его в любую сторону. То есть ноги положить. И восстановил гард. Это технический арсенал грэпплинга. Вот сейчас опять он пытался перевести его, накатить. Я аяқты көтеріп, аяқтың күшімен лақтырып жіберіп, үстіне шығып кету мүмкінді болған. Я бұл жерде де сол бір айла тәсілі шешетін. Ну вот, посмотрите, Эльтерест никогда не лежит на прямой спине. Он лежит на боку. Потому что это ему дает? Это ему дает мобильность. По некоторым таким движениям можно сразу определить, ну, человек знаком с борьбой или нет. Опять решил восстановить гард. Ну, задавливает его таз. И вот сейчас
Он вышел на болевое на ногу. Насколько он... Вот он пытается теперь выдавить его таз. Нет, колено все-таки слишком высоко. Болевого нет. Он просто удерживает для, может, улучшения позиции. Вот сейчас он взял треугольник ногами высоко, близко к тазу соперника. Вот если он сможет подвернуться к этой ноге, пойдет болевой. Но Бизиев его выдавливает, конечно, все тело. Тяжело будет ему приблизить тело к ноге оппонента. Бизиев его грамотно выдавливает. Бизиевке бәрі дискомфорт туындап тұр. Аяқтың қысып тұрған, сондықтан алаңдауда міне, сол аяғын шығарып алу үшін. Да, пытается снять захват, что получается. Осы кештегі басты жекпе-жек шынымен де өте қызықты болып тұр. Вот, ох. Екі аяғын қазір... Сейчас, если да, он вытащит свою ногу с красной повязкой, которую возьмет... Упаяла, да? Да. Я так понял, уже задышали спортсмены. Быстрая была динамика такая, взрывная. Сейчас, если Бизиев вытащит свои ноги, да, он... Мне газерка, ты объяснишь. Молодец, Эльтерес. Смог взорваться, выйти. Теперь позиция 50 на 50, кто бросит. Оба взяли по одной ноге, остановили. Восстановит. Со стойки восстанавливает. Очень тяжело дышит Эльтерес. Очень много сил отдал. Показал это сопернику, к сожалению. Тот решил. Да, решил даже уйти в партер. Прошел гард Бизиев. Через руку пытается сделать. Нет. Ну, по крайней мере, вышел с плохой позиции, но не смог перевернуть соперника. Минус балл у Эльтереса. Тем самым выигрывает Бизиев. Руслан. Екеуі де өте көп күшім сады, алысып, жұлысып. Жерде бірақ, минус бір бал дедің, Эльтересті минус бір бал, демек ол бұл кездесуде. Еще. Жоқ, еще три, да, он прошел гард, извиняюсь. Чисто прошел гард, удержал. Ну что можно сказать, до пятой минуты очень была конкурентная, а после пятой минуты уже кардио сыграло решающую роль, я считаю. Эльтереске физика жетпей қалды, функционалды дайындық. Ну и также Руслан Бизиев не снял, как говорится, ногу с газа, продолжил в высоком темпе работать и довел до баллов, до преимущества. Біз қазір осы кездесудің қызық сәттерін көреміз, одан кейін жеңімпаз Руслан Бизиевтің... Сұхбатын тыңдаймыз, және арғай қорыстасамыз, екені бұл біздің кештегі соңғы кездесу болатын. 12 өте қызықты тартысты жекпе-жектер көрдік, күрестер көрдік, және сіздерге ұнады деген ойымыз бар. Да, какая динамичная борьба. Это очень много сил отнимает, когда ты борешься непрерывно и в стойке, и в партере. Постоянно у тебя скручивается диафрагма, живот. Дышать надо правильно все время.
Руслан, поздравляю, очень хорошую схватку показал. Ты у нас, получается, на 6-м турнире не выступил, к сожалению, да, хотя планировал. Сейчас получилось. Как схватка прошла? Схватка очень тяжелая была. Хороший соперник, очень сильно оказался Вильтерес. Спасибо ему за хорошую конкурентную схватку. Ну, альхамдулилля, я выиграл и двигаюсь дальше к поясу. Моя цель – это пояс.